Бабах! Лежи, не вставай! Лежи, не вставай! Давай, Соник! Привет, банда! Убедитесь, что вы подписаны на мой канал. Кнопка подписки должна быть не красная, а серая. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Привет, друзья, с вами я Кекс, мультипульти всем вкусняшек мороженок. И сегодня новое приключение аниматроников, друзья. Как Фростбер стал замороженным Соником. Ну а сейчас, как всегда, конкурс комментариев. Если ты хочешь попасть ко мне в царский комментарий, поставь лайк, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и напиши комментарий. Я выберу один рандомный, ты автоматически попадешь ко мне в видосик. Ну что, погнали! Итак, друзья, смотрите, в GTA сейчас начали появляться странные случайные телепорты. Эти телепорты, друзья, могут делать... Подождите, меня забыли! Чику забыли, спокойно. И эти телепорты, друзья, могут рандомно создавать разного рода ситуации, в которых аниматроники превращаются в разных героев. И первый, друзья, первый телепорт появился у Фредди дома. Как у Фредди дома? Нифига себе, почему я не знаю? Спокойно. Я сам не знаю, я сам удивился, друзья, что такие телепорты существуют. И я хочу проверить, правда это или нет. Сейчас мы проверим, существуют ли эти телепорты. Любой аниматроник может превращаться в любого героя. Я надеюсь, сегодня Фростберу повезет. Нифига себе! Почему Фростберу? Я, может, тоже хочу, чтобы нам повезло. Можно мне сегодня повезет? Так, заезжаем. Можно, пожалуйста? Не, Бонни, сегодня должно повезти Фростберу. Так, приехали. Вот это да! Ой, не знал про такие телепорты! Да никто не знал! Я надеюсь, нам повезет, и он где-нибудь находится здесь. Ну еще есть телепорт? Да нет пока, Бонни! Смотри! Смотри, Фростбер! Че такое? Че, Бонни? Че, куда смотреть? Где ты? Я тут-то! Капец! А где он? Мы что, в прятки с тобой играем? Да тут-то я, капец! Хватит бегать, вон, смотри! Ничего себе, а что это такое? Погнали, посмотрим! Так, погнали! Друзья, смотрите, мне кажется, это телепорт! Телепорт, который превращает любого персонажа! Так не туда, не туда, перепутали! Так... А я боюсь! Так, друзья, Бонни боится. Я тоже боюсь. Я не дружно, я боюсь. Но... Вот он. Фига себе, телепорты существуют? Да походу да. Так, ну чё? Походу я сейчас стану Соником. Давай, Фростбер, только ненадолго. Потом я хочу. Так, ладно. А ну-ка, получится или нет? 1, 2, 3, погнали. Получилось! Фига себе! Вот это круто! Капец! Фростбер, ты настоящий Соник, бум! Ага, настоящий Соник! Нифига себе, можно я тоже? Да подожди, Бонни, нифига себе, сработало! Офигеть, друзья! Сработало! Телепорт сработал! Соник, давай, покажи! Офигеть! Работает! Сработало! Вот это прикольно! Крутяк! Сработало! Заработало! Заработало! Ух, тихо-тихо! Я не хотел! А как ты превратишься теперь? Ледяного Соника! Да, друзья, погнали! Новый телепорт находится на пляже в секретном месте! Погнали! Ух, вот это он уж пенит! Бабах! Есть! Вот это жесть! Телепорт рабочий! Соник! Так, хорошо. Где-то здесь, друзья. Смотрите, что происходит, колдовство. Вот он.
Друзья, смотрите! Пространство и время искажается! Пространство и время искажается! Ну что, давайте попробуем, давайте зайдем. 1, 2, 3. Ух, ничего себе! Получилось! Получилось! Ледяной! Ледяной Соник! Вот это да! Фростбир стал ледяным Соником! Я такого даже не видел! Друзья, поставьте лайк, кто не видел еще ледяного Соника! Ледяной, настоящий! Ледяной Соник! Ледяной Соник! Так, давайте его испытаем. Я хочу его испытать. Здесь появилась банда злодеев, друзья. Так, она где-то здесь. А вот она! Аниматроники-злодеи! Получи! Вот так. Вот так. Давай, красавчик. Бабах! Ого! Вот это он колбасит, друзья. Фростбир! Ха-ха! Паучи! Красавела! Молодец! Молодец! Баба! Куда пошел? А ну-ка стоять! А ну стоять! Баба! Лежи, не вставай! Лежи, не вставай! Давай, Соник! Бери Фростбир, или Фростбир, или Соник! Вот так, электричеством, разрядником! Лежи, не вставай, чувак, лежи, не вставай, будет хуже, будет хуже! Ого, какой живучий! Мы победили! Мы победили! Вот это прикол, друзья! Фростбир стал Соником! Замороженным! Это круто! Если понравилось, поставь лайк, подпишись на мой канал, еще крутой комментарий, поделитесь этим видео с друзьями, с вами был я, Кекс Мульти-Мульти. Всем счастливо, всем покедова!